Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста, не фамилия, название команды. Алексей Фантон, команда Пальницинских партнеров. Поздравляю вас с победой в сегодняшнем матче. Прокомментируйте результат, как сложился. Победа 7-2, достаточно уверенно вели игру, поэтому, я считаю, на протяжении всей игры мы контролировали свои действия, поэтому были уверены в победе, что и привело к результату. Что же, теперь, по сути, только три команды продолжают борьбу за чемпионство. Вы, ФГБУ «Немирц» и КДЛ. Кто для вас является самым опасным соперником? Все соперники для нас важны. К каждому мы настраиваемся с особой уверенностью, поэтому будем готовиться к каждому матчу. Неважно, кто там будет, идем всегда на победу.